еду вот за грузовиком, и у него сзади написано www.peterburs.com. Так будет видно, я надеюсь. Вот так видно. Вот. И я думаю, что это раньше было не Петербурс, а Петербург. Одну букву заменили. Вместо S, вместо G поставили S. Бурс нету такого слова, а бург есть. Бург — это как бы крепость. Да, это как бы замок или крепость. Это бург. И они именно заменили одну букву. Почему заменили? Я думаю, потому что в Германии, если будут говорить Петербург, то сразу будут ассоциировать это именно с русскими. Вот. Поэтому мне кажется, что это заменили. Я думаю, лет 80 до войны там, я думаю, была буква Г, а сейчас буква С. Вот так. Как вы считаете?